нашем регионе первые подразделения гражданской авиации появились 76 лет назад. Сегодня международный аэропорт Брянск преуспевает. Ежегодно открываются новые направления полетов, пассажиропоток растет. В этом году наша воздушная гавань рассчитывает перевести свыше 100 тысяч человек. В этот день профессиональный праздник отмечают пилоты гражданской авиации, бортпроводники и техники. В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем работникам гражданской авиации чистого неба, душистого хлеба, родниковой воды и никакой беды. Уважаемые ветераны, мы равняемся на ваши заслуги и на ваш долголетний труд, на благо гражданской авиации. Уважаемые ветераны, желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья